В Атырау медики продолжают бороться за жизнь рабочего, пострадавшего во время взрыва на Тенгизе. Мужчина до сих пор в реанимации. Ему сделали несколько операций. Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. Двое других пострадавших после получения медпомощи отпущены домой. В регионе работает специальная комиссия. Возбуждено уголовное дело. Причина взрыва до сих пор не названа. Я не могу дать однозначного ответа по поводу причин взрыва. Повторюсь, это будет известно только после того, как специальная комиссия проведет расследование и придет к единому мнению. Со стороны компании всем пострадавшим будет оказана моральная и материальная помощь. Подрядная организация, которая проводила испытания, временно приостановила работу. Около 4000 сотрудников отправлены в отпуск. Компания «Синем де Корлас» является подрядчиком на месторождении Тенгиз уже 30 лет. Она проводит там строительные работы. Напомню, накануне в результате взрыва на объекте погибли двое рабочих. Еще трое пострадали. Трагедия произошла во время гидроиспытательных работ. Труба, не выдержав высокого давления, взорвалась. Оба погибших жителя Атырауской области, им было по 37 лет.